вообще сказки любите? Да! Здорово, я тоже люблю. Нет, ты тоже любишь? Я очень люблю сказки. Сегодня мы будем читать сказку о рыбаке и рыбке. Слышали такую? Нет! Да ладно? Ну мы тогда для того, чтобы потом еще слышать, мы вам подарим такие книжки, не будете, если вы будете смотреть, ладно, и прочитать. Мама! Вот. Тут есть картинки, можно будет посмотреть. Да, потом как мы прочитаем. Вот. И мы очень хотим, чтобы сегодня мы вам прочитаем сказку, а вы, чтобы хорошо спали. Да? Да. Чтобы вот эта вот золотая рыбка, которую мы сегодня будем вам читать, чтобы она приснилась. И вы, кстати, это секрет, я никому не говорила, вы можете загадать желание у этой золотой рыбки, оно должно где-то вспомниться. Угу. Ну что, начнем? Идем. Да. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой. С не простой рыбкой, а золотой. Завтра вы хотите сказку послушать? Да! Я вам даже раскрою секрет. Завтра к вам придет замечательная девочка. Ее зовут Наталья. И она будет рассказывать вам еще одну очень-очень интересную сказку. И каждый вечер, понедельник, вторник, до пятницы будут вам включать сказку. Здорово же? Да!